Привет, друзья! Арлам 3.30.com. Атенцион, пропетарио... Внимание владельцев официально охраняемого жилья в мадридском сообществе и, в частности, базового охраняемого государства жилья. Публика басика. Потому что они уже знают, что им предоставлен этот дом, и им придется использовать его для своего обычного проживания. Оно считается обычным местом жительства, если вы не перестанете его занимать в течение 3 месяцев, что очень важно. Если вы перестанете занимать его более чем на 3 месяца, будьте осторожны, у вас уже могут быть проблемы. Ведь вы не используете его в качестве своего обычного места жительства, и может произойти следующее. Внимание! Может случиться так, что вам придется переехать на работу в другое сообщество Испании за пределами Мадрида на срок более 3 месяца. В этом случае вполне возможно, что вы сможете сдать его в аренду по уважительной причине. Вы должны обосновать, что собираетесь переехать в другое сообщество с трудовым договором и т.д. Также вы можете арендовать его по договору аренды, в котором установлена максимальная цена. Будьте осторожны, максимальная цена. Вам нужно рассчитать максимальную цену, исходя из площади дома. Важно, чтобы все это было написано кем-то профессионалом и знающим предмет. Потому что иначе могут быть проблемы. Потому что тогда этот контракт должен быть одобрен мадридским сообществом. Кроме того, в нем должны быть обязательные положения, предиктованные мадридским сообществом. Так, если вы являетесь владельцем такого типа жилья, основного жилья государственной охраны в мадридском сообществе, и стесняйтесь обращаться к нам по 69-239-26, чтобы мы могли вам помочь. Давайте посмотрим, какова ситуация и как мы сможем увидеть, можно ли заключить контракт и все это, всегда с согласием мадридского сообщества. Надеюсь, вам понравилось видео. Орландо Тревесери, большое спасибо за прием, который оказывает все эти видео, и до следующих видео, даст Бог, и добрый день.